Пришли, короче, на рынок пятничный. Хочу вам показать, где, грубо говоря, находится. О, мадам Коко здание. Это, короче, Вайкики маленький. Проходите. И за Вайкики маленький, вот тут где автостанция городская, автобусы городские именно, не между... Городние. Вот за ним находится. Где, короче, раньше был, только теперь он вот так внизу находится. Мне тут, в принципе, ничего не надо. И не тоже. Я вам хотел так показать, где находится, как что. Внизу. Ну и цены вон. При входе апельсины по 10 лир. Киви по 15. Клубника 100 лир. На, ну, грубо говоря, на 3,1, на 3 умножайте. Арбуз, он клубника по 80 есть. Груша. По 15 еще какие-то апельсины. Такой немаленький, знаете, рынок. В принципе-то, да? Мандарины на ветках. По 30. Ну, я не знаю, вкуснее они мигрстовских или такие же. У меня просто есть. Я не знаю, смысл есть брать их. С ветками еще к тому же. Мне кажется, все то же самое. По вкусу. Они выглядят, в принципе, одинаково. По 25. По 25. Мандариновый рай. Тыква нарезная, 10 лир. Бананы здесь подешевле, по 30, по 25 есть. Бананы нормальные. Вот спелые, какие я люблю. По 35 он спелый. Зависит типа от размера веток, знаете. Это все ланийские бананы, он по 15 полускрытый. Лимоны по 7,50, что ли? 7, да, 50. Здорово. Такие вот цены. Морковка 20. Мне нравится вот эта вот редиска очень. В салате очень вкусно. Цветная капуста по 30 лир, грубо говоря, 95 рублей, 90-95. Давайте я на 3 буду умножать, мне так проще. Что еще? Зелень. Свекла наша, кстати, как у нас, по 25 лир. Зелень. Шпинат по 15 вижу. Чеснок 10, наверное, одна штучка. Нам главное не потеряться с Инусей, чтобы потом не искать друг друга. Горох стручковый или что это, фасоль? Фасоль, наверное. Томат такие, как розовый, по 40 лир, 120. Цукини. По 30, баклажаны по 30. На ветках помидоры есть. Ну, сейчас они не очень вкусные. Если брать, то вот черри, они хотя бы повкуснее. Ну, какой-то вкус иметь будут. Я равнодушен очень к этим всем. Я лучше... Ну, помидоры я не очень, знаете, любитель. Конечно, надо пройти подальше, там, может быть, что-то подешевле быть. Ну, груши по 30 неплохие. Ну да, груши по 30, спеленькие такие. Скорее всего, сочные, сладкие. Картофель, ребят, по 25 лир за килограмм.
Сейчас скажу, сколько. Это 75 рублей, 75-80 рублей. Крупный, хороший. Но цены... Вот помельче есть, по 20 лир. Лук на рассаду, может, какой-то маленький, по 15. Шампиньоны. Что-то нету цен на шампиньоны. О, маслин. Домашний, может быть. Хурма. Я люблю хурму. Хурма. Не знаю, какая здесь вкусная. Ее много, нельзя есть. Заворот, кишок, может быть. Ну, не заворот, короче. На перистальтику плохо может повлиять. Не всем подходит. Специи. Лоб. Понюхать предлагает. Плов, мясо. Плов, мясо. Chicken, очень вкусно. И сколько стоит, how much? Это 80 лир, 150 лир. 80 лир. А еще таких 150 лир. 150 грамм? Да, 200 грамм. А, 200 грамм. Ну, что-то для 200 маловато. Это что, чеснок? Да. Не, пахнет вкусно. Да, сладко паприка, кило, очень сладко. А копченый нет паприки? Здесь маленькие вот такие пакетики, все кунжут. Соль. Либо, знаете, это что? Это лимонная кислота. Да, это лимонная кислота. Цитрон. Чуть-чуть, да, чуть-чуть такая. Ну ничего. Большой выбор. А вот соусы гранатовые. Почем они? Это 50 лир. 50 лир? No, thank you. Thank you. Можно попробовать их чай. Это чурчхело, по-нашему. Порошковые чаи. Сухофрукты. Это я люблю, например, курагу. Причем какая-то она, знаете, такая, а есть вот такая. Фиг поймешь. И она дороже. Килограмм 900 рублей кураги. Но она прям так выглядит, что ее охота съесть. Там он за 160 есть пересушенная. Я такую не люблю. Кешью я взял у меня. Кешью есть. Смесь фруктовая вон тоже есть. Hello. Это финики, наверное. Финики. Это хурма, наверное. А, инжир. Вишня вяленая тоже. Сейчас, конечно же, нету сезонов персиков, абрикосов. Сейчас цитрусовые, клубника. Ну, клубника у них круглый год. А, арбузы, дыни, не знаю, все есть. По 65 лир. Ну, выглядят они как-то бледновато. Сейчас покажу. Не знаю, сладкие, нет? Ну, может быть, из Ирана, кстати, в Иране. А, либо в теплицах выращивают тоже. Вон черные помидоры есть. Вот эти должны быть вкусные, темные помидорчики. Баклажаны по 40. Там капуста по 20 есть с яичками. Знаете, как вкусно? Просто обалденно. Вот смотри, какие. Красненький. Спасибо. Огурцы по 20. Ой, господи, огурцы дешевые. По 40 рублей, ребята, огурцы за килограмм. Огурчики, не знаю. Помидорчики смотришь? Да, по 40 рублей. У нас они не по 40. Помидоры какие-то хорошие. Там темные есть, черные прям, они должны быть вкусные. Я уже где-то ляпнул.
немножечко. Дина тоже обляпалась. Откуда вот это вот? Ну, это может быть мокрое откуда-то. Чурчхе. Чего только нет, короче. Капуста цветная по двадцатке. Сколько у них шпината? Они прям шпинат жрут, я не знаю. Смотрите, мед. В сотах. А-а-а. Russian. Ой, ну. Спасибо. Руки грязные. Виагра? Виагра нам не надо. Мы еще очень молоды для Виагры. У нас все работает и так, знаете. И без них. О, лимонный рай, ребята. По 6 лир. Офигеть. По 20 рублей. По 20 рублей лимоны. Ароматные, в принципе. Дешевые. 20 рублей. Ну, на рынках, да, еще, слушайте. Цены, ассортимент хороший. Лук. Вот по 20. По 40 рублей картошка по 20. Блять, такие баклажанчики. Я из них даже рулетики не смогу сделать, которые я люблю. Это так, на жарку. Арахис. Чего только нету вообще. Ну, клубника вот самая дешевая. Сколько я там, по 80? Вайнсбирку 15. Да? Такая же. Офигеть. Так что искать. А, шелковица есть вон. Не, правда, не знаю, почем, нет ценника, ребят. Орехи в мешках прям. Вот этот вот король, ну какие-то вот они хорошие считаются, красные, настоящие. По 500 лир. Грецкий орех прям. Прям свежак, слушайте, ни одной жёрлочки. Наши слюни. По 300 курага. Хочу кураги немножечко взять. Уж очень мне хочется. В общем, вот такой обзор на рынок вам в городе Алания. Пятничный рынок, если что, да, который находится сзади Вайкики маленького. Он теперь вот так находится под землей. Если что, приходите по пятницу. На вторничный это где Балык-базар. Ставьте лайки, если нравится. Как вам цены, напишите. По сравнению с вашими в вашем городе. В комментариях жду сообщения. Ну и, конечно же, подписочки. Кто не подписан, пишите, пожалуйста. У меня практически 69 тысяч. Вот. А, точнее, уже к 70 скоро будем двигаться, ребята. Давайте поднажмем. Спасибо за просмотр. Всем пока. Сейчас возьму обязательно.